Ленинский старенький вокзал. А вот Саша. Сейчас мы ее на поезд посадим. Старенький маленький вокзал. Саша решила ехать на поезде. А я тоже думаю, что правильно, время у нее есть. А за сутки, пока едет в поезде, отойдет от всего нормально. Костю не стали дергать с утра, ему на работу надо. Собраться, позавтракать нормально. Тут ехать-то рядом. За 5 минут доехали. Так что... А мне надо будет зайти к девочкам на работу. Заодно покажу вам мою любимую работу, по которой я до сих пор скучаю. Хоть 4 года прошло. Да скучаю-то больше не по работе, а по девчонкам. Девчонки золотые у нас. Не-не-не, давай. Мурманск, Санкт-Петербург. Так, вот за 10 дней и в Крыму побывала, и в Мурманске, и назад. Ой, сейчас уже осталось немножко. В самом хвосте. Чё? Поезд просто пустой. Вот сколько шли. Вон она. Ну, книжку купила. Не видно. Не видно, темно. Сейчас поедет, отоспится. А то нервы все у всех не к черту. Я ей говорю, не загоняй себя, она у нас такая девушка-то. Я говорю, все будет. Тавалинки у нас уже ничего не будет. Ну, на этой земле. А так. Все, поехали. Счастливого пути до Питера. Время 11:00. Отвыкла я, конечно, от этой
полярной ночи. Темень, как у негра в одном месте. Хорошо, что освещение. А так я не представляю, как раньше люди жили, когда не было такого освещения. Елочка. Мороз-то не сильный, ветер. Но я хочу сказать, у нас там тоже в Крыму-то ветра бывают такие, что Мурманск отдыхает. Сейчас с утра с Ирой созвонились. В офисе увидимся. Это площадь Пять углов. Центральная площадь в Мурманске. К девчонкам в офис. Мы же все на одной работе. Костя уже очень много лет. Алинка вот 10 лет работала. Миша, друг наш из Севастополя, тоже 10 лет работал. Я 12 лет отработала. Все, собственно, друзья с работы. На этой стороне тоже все светится, но это я потом зайду. Так что те, кто смотрят меня, мурманчане, которые жили когда-то в Мурманске, Пять углов-то они точно узнают, потому что практически тут и не поменялось ничего. Это сейчас людей мало, народ схлынул на работу. Так, людей в Мурманске много. На севере, конечно, за 30 лет достали эти полярки. Но Крым нас не принял. Вот он, один из офисов. Я-то работала в другом районе, в Первомайском, а тут в Центральном Ира работает. Сейчас я ей позвоню. Сейчас она через 5 минут подъедет, и мы с ней вместе пойдем в субботу. Девчонки все приезжали Алинку провожать. Наревелись, конечно. У нас ребята замечательные, девчонки такие.
Немножко страшно заходить, но ничего, я сегодня таблеток напилась с утра. Но очень хочется, конечно, поболтать с ними. Мы не виделись с апреля. Кого-то что-то в жизни поменялось. Да и просто уже сидеть в квартире. Мальчишки в школе трое. Маленький с мамой. А я бы тебя забыл. Скоро Новый год. Вот такие пироги. Блин, что делают? Директорский пирог. Угу. Ой, кухня тут такая. Там-то девчонки работают. Все делом заняты. Ой, сколько не жалко. Мне. И пироги с красной рыбой. Запах просто. Вот. 11:30. Рассвело, скажем так.